Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем об общих правилах выгула на собачьей площадке. В каждом городе свои правила на площадке для выгула собак. Эти правила обычно вывешивают у входа, и их необходимо строго соблюдать. Если при входе вы не заметили правил, можно поискать информацию на сайте площадки или на городском сайте. Возьмите совок в пакет и убирайте за собакой, когда она сделает свои дела. Оставлять за своим питомцем не просто некрасиво, но не гигиенично. Все животные, посещающие площадку для выгула собак, должны иметь соответствующие возрасту прививки. Нельзя приводить собак женского пола в период течки на площадку, так как это будет привлекать других собак и может привести к драке. Оставьте свои продукты для пикника за территорией площадки. Возможно, другие собаки не умеют хорошо себя вести в присутствии жующих людей и могут проявить агрессию, почувствовав запах еды. Если ваш пес сделал свои дела или выполнил команду, за что обычно получал лакомство, похвалите его и погладьте, закрепив хорошее поведение. Ведь лакомство не единственный способ поощрения питомца. Нельзя приводить маленьких детей на площадку, малышей могут легко сбить с ног очень активные животные. Чужие собаки могут быть незнакомы с детьми, подвергая их дополнительной опасности. Помните, что родители несут ответственность за риск причинения вреда ребенку. Даже если это площадка для собак без поводка, всегда берите поводок с собой. Возможно, вам понадобится быстро убрать любимца от какой-нибудь неприятной или агрессивной собаки. Рекомендуется вообще не снимать ошейник, хотя площадка для выгула может быть огороженной. Есть риск, что животное побежит к выходу. Площадка для выгула собак – отличный способ укрепить вашу дружбу с питомцем, но только соблюдая правила, вы обеспечите безопасность и хорошее настроение и себе, и своей собаке. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.